20 червня відзначався Всесвітній день біженця. 11 липня у сквері Героїв поряд із Дніпропетровською облдержадміністрацією відкрили фотовиставку, присвячену цьому дню. Організаторами експозиції виступили ООН і посольство Канади разом із партнерськими організаціями. Виставка висвітлює життя біженців та досвід їх соціалізації у нових громадах. Головна мета – привернути увагу суспільства до проблем біженців. Со стороны населения очень важно понимать, что люди, которые стали беженцами, это на самом деле жертвы различных обстоятельств, начиная от вооруженных конфликтов, заканчивая масштабными стихийными бедствиями. И они не выбирали свою судьбу, оказались волей таких обстоятельств в очень сложных обстоятельствах. Надо всегда поддержать этих людей, которые вынуждены были уйти со своих домов. Они пересекли границу, они живут в других государствах, и поэтому им нужна очень защита, и поддержка, и помощь. Когда люди пересекают границы, они пришли без ничего. У них ни еда, ни одежды, нечего. Поэтому материальная помощь – это очень нужно. Второе, и тоже важно, это правовой защита. Вот это важно. Без правовой помощи человек никого. Поэтому вот эти две компоненты должны быть на месте.